Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете получить ответ на практически любой вопрос и улучшить все сферы своей жизни. Ну а также исполнить любое, даже самое невероятное желание при помощи практик, настроев и ритуалов. Выбор ваш. Сегодня совет Таро на субботу. Что же посоветует нам Таро на субботу? Сосредоточьтесь на себе любимых, как всегда, улыбнитесь, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и тем самым вы улучшите свою энергетику, поднимите ее. И состояние, даже если что-то вас тревожит, тревога отойдет. Смотрим. Суббота у вас будет полна. Вы знаете, лучшей карты не могло быть. Вы будете удовлетворены тем, что вы будете делать в субботу. Очень много будет связано вот именно с домашними делами. Это для тех, у кого суббота будет выходной. Вы их все, можно сказать, что вы успеете сделать все. И к концу дня вы будете даже, вот я не говорю, что уставшие. Бывает приятная физическая усталость, когда мы чувствуем, знаете, чувство выполненного долга, чувство выполненного чего-то, что нам доставляет удовольствие, даже та же самая уборка в доме. И по этой карте вот это все и будет происходить. Для тех, у кого суббота – это рабочий день, и вы не будете проводить время дома, все, что вы будете делать, у вас будет спориться и получаться. Поэтому вы будете чувствовать себя удовлетворенным именно от проделанной работы. Поэтому суббота принесет вам наслаждение по-любому. Или вы, даже работая, вы будете получать вот моральное удовольствие от работы. И точно так же от домашних дел вы будете получать удовольствие. Наслаждайтесь